коли я сам вибираю, то мені краще відділити, це вибір мій вільний чи ні. В соціумі це зробити набагато складніше. Наш експерт Володимир Карікаш, психотерапевт, директор громадської навчальної організації «Український інститут позитивної психотерапії», голова секції позитивної психології Української спілки психотерапевтів, професор кафедри психології Черкаського обласного інституту, післядипломної освіти педагогічних працівників. Досвід приватної консультативної практики – 18 років. Здоров'я для Володимира Інокентійовича – це баланс фізичного, душевного та духовного благополуччя людини і суспільства. Я перейшов на українську мову, бачите, це також мій вибір. Да? Вільний це вибір чи ні. Якби я розмовляв сам, то, мабуть, я розмовляв би там російською мовою. Якщо ви задали мені питання українською, то я вже підсвідомо зробив вибір, і чи це був вибір, мій чи ваш, якою мовою мені розмовляти. Я думаю, що ваш. Я до нього, так би мовити, підключився. Бачите, що відбувається в соціумі? В соціумі ми всі дуже взаємозалежні. І тут зробити саме свій вільний вибір набагато складніше. В тому-то вся і фішка, що зробити. Я хочу розказати вам одну притчу, вона краще звучить російською, гаразд? Да? Опять вибір, тепер вибір мій, да? Здесь. По древньому городу Кишану їхав отець, висідає на ішаке, і рядом шов його син. І їм зустрічався прохожий, і прохожий говорить: «Боже мой, ви посмотрите на этого неблагодарного отца, как он может мучить ребенка, маленькие ножки еле успевают за этим ослом». Отцу стало стыдно, он слез со слав, посадил сына на ишака, пошли дальше, повстречался следующий прохожий, говорить: «Ви посмотрите на этого сына, как он не уважает отца, он сидит как султан, в то время как его, так сказать, уважаемый человек идет так». Їм стало стидно, що робити. Сіли вони вдвоєм на ішака. Сіли вдвоєм на ішака, їм зустрічала жінка, говорить: «Бідне животне, ви коли-небудь бачили, щоб так мучило хто-небудь животне двома одразу?» Їм стало стидно, вони слізли з ішака і йдуть рядом, просто ведуть його під усти. Встречається їм следующий, говорить: «Слава Богу, що вони такий дурак, як ці двоє. В то время хоча б один із них мог їхати на ішаке, вони просто ведуть його без толку. Разно можна бути таким нерозумним?» Вони остановились. И отец говорит сыну, говорит: «Посмотри, сын, что бы мы ни делали, всегда найдется человек, которому это не понравится. Давай будем поступать так, как лучше нам». И вот здесь, я думаю, это самая фишка, что уметь сделать свой выбор, не подчиниться давлению группы здесь и сделать вот свой именно выбор. В этом, наверное, вот как раз, наверное, сила личности проявляется. В группе есть так называемое правило группового решения. Оно может быть или подчиниться авторитету, прислушаться, что говорит более уважаемый человек. Я доверяю ему, тогда я свой выбор отдаю ему. Или же выслушать всех по очереди, чтобы каждый сказал. То есть коллективный выбор необходим, чтобы каждый имел возможность сказать свой вариант выбора. И тогда выберем лучший вариант. Лучший выбор будет тогда, когда перед выбором есть механизм дискуссии. Поэтому правило дискуссии, умение вести дискуссии. В дискуссии это больше умение не говорить, а слушать. Уметь слушать. И тогда сделать выбор, в общем-то, лучший. Выбору в группе нужно обучиться. И обучается в трех таких, может быть, моментах. Первое – это в детстве, в семье. Второе – это уже в культуре, которая заложена. Скажем, выбор в восточной культуре будет совершенно другой, чем в западной. По-другому механизм. И третье – это собственный опыт. Самый первый – это выбор вот в детстве. Родители закладывают это. Мне очень нравится этот эксперимент, который много раз повторяли в разных странах, в детском садике. Посадили детей вокруг стола, где-то 9 человек, и каждому дали кашу. И каждый брал ложкой, каша была у всех сладкая. И мне спрашивали, какая каша? Ну, сладкая, следующая, сладкая, следующая, сладкая, сладкая, сладкая. Доходило до последней, ему дали очень соленую кашу. Он берет в рот, и ему нужно ориентироваться или на себя, или на то, что сказали до этого. И некоторые дети берут в рот и говорят: «Сладкая», и при этом кривятся. То есть они понимают, ну, в угоду. Вот это называется конформизм. Вопрос номер один. Должна быть некоторая прививка с детства против вот таких вот массовых манипуляций. То есть выработка способности самостоятельно делать выбор в группе. Тем более то, что касается массы.
В масці здесь вообще сплошная манипуляция. Я хочу, так сказать, показать это с помощью рисунка. Австрийский психиатр, всем известный Фрейд, открыл интересный такой механизм, называется он рационализация. Смотрите, если нарисовать вот такую вот штучку, ну вот такую вот, просто кривую, и показать это пятилетнему ребенку, и спросить, что это такое? Ну, скорее всего, он скажет, ну, червяк, да? Если попросить ребенка, который пошел в школу, изучает английский язык, скажет, что-то похоже на букву «С». Если спросить того, кто изучает высшую математику, скажет, ну, это похоже на интеграл здесь. А теперь, если взяли, распечатали и провели референдум по миру, и скажет, три варианта ответа. Червяк, латинская буква «С» или интеграл. Как вы думаете, что мы получим? Большинство людей в мире, в общем-то, неграмотны. Поэтому большинство людей скажут, что это червяк здесь. Это заметил Фрейд, и он сказал, чем больше людей вместе собрать, тем будет глупее решение, к которому они придут. Поэтому вопрос, вывод какой? Нельзя доверять массе. Масса никогда не примет лучшее решение. Лучшее решение по этому вопросу кубка профессионалов. Поэтому любой референдум – это обработка масс. Кто лучше обработал, то, в общем-то, такое и получаем. То при массовидных явлениях очень много манипуляций. Я же не говорю про такие явления, как мода, что одевать. Да? Это человек выбирает или нет. Так сказать, или там продукты питания. Да? Поэтому вот нужно прививку с детства давать против таких массовидных влияний, чтобы человек научился не поддаваться общему давлению. Мне нравится одно выражение. Спрашивают, человек человеку кто? У одних представление, что человек человеку враг. Поэтому нужно бороться и отстаивать свой выбор. У других такое несколько наивное представление, что человек человеку друг. Поэтому нужно всем доверять, и все хорошо. Это тоже наивное представление. Мне нравится выражение «человек человеку образец», «человек человеку учитель». Поэтому вопрос, если человек человеку учитель, то я могу у любого человека, у любого, действительно чему-то научиться, чего-то взять. И это поможет сделать выбор. Самое главное, выбор есть, учитывая закон «брать-давать». Потому что выбор есть такой, чего мне от этого будет. Это выбор такой детский, что я беру. Выбор взрослый. Что нам от этого будет, чем мы можем обменяться? И выбор, наверное, ну, совсем как бы мудрый, что от этого я даю миру, да, как здесь. По этому поводу мне нравится одна притча. Пророку Илье пришел верующий и спросил, что такое ад, а что такое рай? Он взял его молча за руку, они спустились переходами в подвал и вошли в большой просторный зал. Посреди зала стояла такая большая чаша, и в ней варился суп. И был такой аромат, распространялся, было очень вкусно, пахло кругом. Но люди вокруг были голодные, злые, они кричали друг на друга. Оказалась причина в чем? Что ложки были очень длинные. И один человек, причем они были металлические, только конец древка был деревянный. Один человек не мог зачерпнуть. Каждый из них пытался зачерпнуть, обжигался, обливал другое, все ругались и были голодными. Он сказал, это ад. Потом, говорит, пойдем, я тебе покажу, что такое рай. Они вошли в такой же зал. Точно такой же чан стоял посередине. Такая же была, так сказать, ложки. Но все были довольны, все были сытые, улыбались. Оказалось, что двое людей или трое брали одну ложку и кормили третьего. Когда тот насытился, тот брал ложку и помогал другим. Вот закон брать-давать, наверное, чем больше развито общество, тем больше развивается потребность давать, а не брать. То есть более взрослые. І ну, робити так. Вибір такий. Я вибір робити такий, да, який, так сказати, дає щось. Занотуйте у власний щоденник здоров'я поради від Володимира Карікаша. Користуйтеся можливістю дискусії перш ніж зробити вибір. Сприймайте інших людей як зразок. Їхні приклади накопичуватимуть досвід для правильного вибору.